На память Саши от Тони. Без слов, но от души немного грустно, но фото в жизни много веселее. Хоть не я, но облик мой пускай находится с тобой. 90-летний Александр Семейкин на протяжении долгих лет ищет свою двоюродную по маме сестру Цидвинцеву Антонину Павловну. Их связь разорвалась еще в ноябре 55 года, после службы в армии, когда из Соликамска женщина переехала в Березники. Воспоминания о дорогом человеке уже начали стираться из памяти, но родной облик до сих пор в его сердце. Связь имел с армией, познакомиться, фотокарточку слала, она слала. А когда с армии приехал, был два раза в их дома. Она жила с сестрой. Сестры ребенок был. Березники, Марата 8 улица была, это называлось. А потом они переехали. Куда-то я еще приезжал, но найти не мог. И отдел кадров, нет, в ЗАГС спрашивал, но найти я не мог. Сам Александр Семейкин продолжил проживать в Соликамске. Его часто можно увидеть на городских мероприятиях, в ближайших населенных пунктах Пермского края. Ведет активный образ жизни, играет на гармошке и баяне. В первый раз наша съемочная группа познакомилась с Александром Семейкиным в День народного единства в Березниковском культурно-деловом центре. Тогда мы даже и не поверили, что перед нами 90-летний дедушка. И даже тогда, на празднике, он достал заношенный листок бумаги, где уже выцветшей ручкой было написано: «Ищу сестру Антонину Цидвинцеву, 36-38 год рождения, город Березники». Обращаемся к зрителям. Если вы узнали по фото своего близкого человека или знакомую, позвоните по номеру 202020 или напишите нам в сообщение группы ВКонтакте. Алина Дудина, Кирилл Яранцев, «Наши новости».